здесь, в трапезном храме, в 9:15 в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости и в 9:30 в храме преподобного Сергия Радонежского. В среду утром, в 8 часов утра, здесь, в трапезном храме, совершается акафист к успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В этой смысле пещерные литургии совершаются в дальних пещерах. Участники вы слушаете молитву ко святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Готовимся к празднованию Миланского эдикта. Ой, меня. Вы же есть. А это просто на память, что вы есть. Это не какой-то фильм особый. Это память, что вы есть, что вы приехали. Конечно, там было встречи. Нет, я... А как вот...